Как дела, Лёль? Как тебе спится в деревне? Доброе утро. Доброе утро. Ты что, думаешь, здесь котов увидел? Доброе утро, Лёленька. А маленькие мои, доброе утро. Пойдем на улицу. Пойдем. Пойдем, моя сладкая. Пойдем, я тебя вольер отнесу сначала. Пойдем? Пойдем? Ты моя птица. Думай, как он. Думай, как он. Кто моя птица? Сирун. Где мой Сирун? Сирун, Сирун. Сирун. Где мой Сирун? Где мой Сирун? Так-там, так-там, так-там. Поговоришь еще? Поговоришь еще? Доброе утро, Сирун. Вреднюк. Ой, вреднюк. Что такое? Ты тоже гулять хочешь? Нет. И ты хочешь? Нет. Какая химия. Ай, больно, Лика. Не кусайся. Такие они сладкие. Лик. Лик. Лика, девочка моя сладкая. Пусики. Кто такими лапками? Кто лапки? Это моя Лёленька. Яблочко кушает мой мальчик. Мальчик мой, яблочко кушает. Ты купаться будешь? Вон бабочки у тебя летают. Или ты уже наелся и не любишь бабочек? А, жопа? Ага, жопа, яблочко еще дай. Яблочко еще дай. Дай яблочко, дай яблочко. Ой, ой, ой. Вреднюк. Малышню принесла. Ну что ты бесишься-то? Вон открыта клетка. Лети. Доброе утро. Иди. Иди кушай и лети. Чё? Всем привет! Пока у нас, собственно, утро и не очень-очень жарко, я вот проснулась, вылезла. Я решила, что надо мне вот часть растений привезенных, видите, как тут много всего напихано, рассадить кактусов. Вот эти тоже горшки. Уже там корни снизу торчат, и деревья мои вот эти большие тоже. И вот здесь еще, смотрите, целую коробку привезла с маленькими горшочками, но в них уже прям разрослись кактусы, надо пересаживать. Это я покажу, что тут было. Тоже полить надо. Вот, и там он у меня тоже кактусы. Ну так вот, горшки же мы, когда ездили, не так давно купили, но совсем больших горшков нету, есть только вот такие максимально. Поэтому я сейчас пару-тройку, не знаю сколько, посажу. Ну, сейчас как пойдет, короче. Главное сейчас нарыть где-нибудь песочка. Надо найти какую-нибудь миску или мыться сначала. Я потом душ скажу. Потом буду мыться. Вот, принести землю, землю, найти, может быть, перчатки. И хотя бы часть посадить. Вот тут вчера что-то тоже делали. А, вон там две штучки докладывали. Чтоб у нас над нашей кладовки тоже было. Ага. Так, ну земля я здесь вижу. А перчаточки там. Но закрыто. Сейчас буду искать ключи.
Я вообще вот хожу тут, ну тут все еще такое. Еще и после дождей, еще и какая-то строительная, в принципе, практически убрали грязь. Ну, от крыши, конечно, и много этой строительной грязи. И хожу, а у меня в голове уже не вот этот вот весь погром. Вот, и когда все будет чётенько, когда у нас там вот всякие красивенькие газончики и так далее и тому подобное. Поэтому, как есть Бог, будем двигаться к тому, что хочется. Вот. Пойду искать ключи. Начать решила с этих кактусов, потому что они прям совсем тесные. Мелочи сюда все покидаю. Я намешала там землю и
старая земля песка. То, что недавно покупали, но она такая еще не очень. Добавила туда микоризы. Немножко других всяких вкусняшек. Ой, мои кактусики. Ой, сколько тут мелочи. Сейчас все рассадим. Вот. Вот это вот вся земелька наша. И приволокла мешок с кокосом, чтобы вниз для дренажа сыпать. Пойду. А то с камерой не очень удобно, поэтому пойду. Пока самое тяжелое, это мне вот достать из горшка вот эту. Размачиваю землю и потихонечку вытаскиваю. Встала, водички решила попить. Ни конца, ни края. А то цветочки полила. Было прикольно, начала поливать цветы, а прям из земли вылез ящер. Вот, я тоже хочу сейчас все рассадить по вот этим горшкам. Нету батарейки. Лай проснулась, вылезла, а я уже почти все доделала. Солнце вон уже высоко. Задолбалась! Все чешется и колется. Но еще немножечко, еще чуть-чуть. Надо спасти всех малышей, которые вон тут на это будут. А ты покажи, вот смотри, сколько я хлопок пересажала. Край. I'm doing a little special, Brian Bushin, or... Would I touch phone? Really, the more careful, and not long somewhere, but... Chip more up. Not crazy, my lifetime. У меня аж как будто било кого-то, руки счесаны. Не, прям голод. Вот. Очень-очень жарко. Но я все смогла, все успела. Вот уже солнышко подступает. Прям совсем, ну уже 12 почти. Вот. Так что пойду мыться не только из шланга, но и нормальный. Шланга это я так вот сейчас чисто вон смыть грязь с себя. А так там вот всего много. Сейчас помоюсь и все покажу. Прикиньте, как я руку реально себе. Думаю, что больно? Думаю, ну ладно, пройдет. Ну и ладно. Не помру. Помыться это хорошо. Это прям хорошечно. Устала. У меня до сих пор ручки эти от перчаток. Вот, так что сериал что-то я ни вчера, ни сегодня, да и позавчера, по-моему, не собирала. Кофе еще не пила, завтрак еще не завтракала, устала. Пойду в гамак. Что? А весь мир подождет. Доброго утречка. Обеда уже 12 с чем-то. Ну, покажу еще. Вот тут брат пришел, чтобы расковырять электричество, чтобы сделать на улице свет. А то там навес сделали, а лампа, которая была, осталась сверху. И теперь нам ничего не видно, поэтому нужен свет. Вот, Алай паутинки сметает. Смотрите, кто ко мне прилетел. А кто ко мне прилетел, мой маленький сладенький прилетел.
Купаться хочешь? У меня тут для тебя, смотри, что есть. Будешь купаться? Купаться хочешь? Вот. Фрэн, инва, иди, мама, 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 тут папа, тут киндю. Начало. Сейчас я чуть пипу, давай, мама. Ага. Ты мой злой. Ты мой злой. Ты мой хороший. Иди сюда. Фрэньян Юкин, Хилфрэн. Прям такой... У него этот брат-акробат, который он прям, нет, иди, 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 не сиди там. Этот прилетает ко мне на ручки, а второй, нет, нет, пойдем быстрее, да-да-да. Смешно. Видюху собираю. Три дня халявничала. Сейчас соберу, выложу вам серию, как мы летим в Таиланд. Время почти 2 часа. Я решила, что надо позавтракать. У меня осталось чуть-чуть буженинки и хлебушка. Зато я собрала вам серию. Чапа. Это снитки. А давай возьму опцию. Говорить просто неудобно. Угу. Алайсия принесла гуаву. Угу. Смотри. Лай говорит, вот эти... Котики наши играют сосами. Иди, говорит, пусть Алёлик съест. Лай купила фломастеры, написано, что даже на футболке, если ими нарисовать, а потом постирать, то они, короче, не смоются. Она говорит, я в это, конечно, не верю. Но, говорит, купила и буду проверять вот на вот этих штучках, может быть, что-нибудь получится лучше, чем получилось первый раз. О, я думала, мы их потеряли. Ну ладно. Good. Макалю. Говорит, ну не чёрные цвета. Не смылись, как минимум. Стекалю. Да. Не трайду клубом. Лайн там вон. Что-то вот тут уже сделала каливерочек. Не с той стороны, говорит, рисовала. Лена, имя Лена вон написала. И вон там что-то фиолетовое. Что это будет? Мин. А говорит, тут мин имя напишу. Ну, нам война, война. Как что написать? M-I-N. Окей. Понял. Ну давай color, you help. You ask it right, you not ask it me color. Давай раскрашивай. Говорит, это чтобы на сумку прицепить, на рюкзак, чтобы все знали, что рюкзак мин. Вот такая штуковина получилась у нас. Ты сам.
А я вот рисую кили, такую же штуку для рюкзака. Е-е-е, брат сделал стол. Вот так. Лай говорит, что поставит сюда свои швейные машинки и будет шить. Good. Чё? Лай пошла играться вон уже. И водку, говорит, там будет жить водка, но все равно в холодильнике для нее места нет. Я собирала видео, а Лай вернулась от... Мне одного пока хватит. Вернулась, короче, от... К родственникам туда ходила. Вот, и принесла. Смотрите, кого она принесла. Это Тактен. Кузнечик живой, главное не отпустить. Лёлик только что на мои шлепки кидался, когда я морковку относила. Он сидит с морковкой. Поэтому я решила без шлепок. Будешь мой зелененький? А то мышкам отнесу. О, голову отодрал. Мой хантер. Ешь давай. Мой любимый хантер. Ой, что-то мои ругаются. Разбойники. Лёлик, ешь быстрее меня. Он муравьи атаковали, сожрали уже. На, дай-дай. Будешь, не будешь? Мышам сейчас отнесу. Он еще живой. Но без головы. Аба. Аба. Какашка. Такая погода, что... Можно из душа не вылазить. Из душа. Третий раз. Я сидела сейчас, собирала очень долго видео. Обычно даже с разных телефонов всегда, когда собираешь, они подписаны по времени. А с этой маленькой камеры они ни дата, ни время там не определяется. То есть нельзя расставить... Нельзя расставить, короче, ну, все скопировать, как я раньше, и потом просто собирать. Сейчас мне приходилось всю серию, я прям очень долго, это, наверное, самая долгая для сбора была моя серия Бангкока, первая серия. Я ее прям долго собирала, потому что надо было все вот это туда-сюда, туда-сюда. Устала. Вот, мышкам несу остатки. Лай, там уже дала мышкам. Будет еще кто? Есть? Этим нравится. Мисс мамана. А липтан. Липтан. Эпэнна не то. Лёй эпэнне то. Липтан ней.
ดี๋ยวนามาผีเนี่ยไว้ต้องถอนอุ้ยДети зашли, вон всяких подарков набрали и дальше пошли. А я залегла в гамак, не могу, все болит. Ну, вернее, ничего не болит, но я устала. Ой, сегодня такой продуктивный денек. Ну, хотя нет, чуть-чуть болит. Или не болит, а ничего, просто устала. Жарко, Алай, жарко. Я уже 3 раза была в душ. Время 6 вечера. Малышня вон подтягивается домой. А второй там где-то на клетке чирикает. Давайте, дети, вниз, вон там открыто все. Мы вышли из дома, чтобы идти к родителям кушать, а там что-то плескается, и мы пошла рыбу смотреть. А то вдруг большая рыба, и тогда ее можно съесть. Natural. Вот. А сверкают молнии. Ветер поднялся. Очень такое прям атмосферное такое. Прям еще запах этот риса классный. А? Да, ну вообще рис в этом году ему не очень хорошо. Лая вон рассказывала, что видите, коричневый. Это плохо. У всех рис не очень хороший. Болеет чем. Вот, в этом году вообще невезуха у местных с рисом. Сетки стоят. Рыбка вон плавает. Сегодня у нас курочка на ужин. А из курей кровь так не делают, только из уток. Котенка искупали, говорят. У нас сегодня тубе. Это по-русски. Фогот. Коза. Да, точно. Коза у нас сегодня на ужин. Ну, у них на ужин, а у меня супчик. Куриный. Вкусненько. Мы покушали и собрались в центр. Нам порошок надо купить. Вот, я детей спрашиваю, что поесть с нами в 7-Eleven. Вкусняшек вам куплю. Вон, засуетились. Через 2 дня будет очередной праздник. Ой, вон ребенок бежит. Вот. Немножечко оставили денежку на котомы вот эти. Буду вам показывать, как там будет все красивенько. И глазики коровок, завороченные в рис. Все, дети готовы к труду, я в Вороне. Кила, хотя бы пай севен, так но и пай нон алай. Да, мин хулео. Кила, пай нам канба. Че, кило рейди, да? Нон вичью. Кило хотя бы. Пока, пока, пока. Че, не нужна подушка, да, ему?
А, уже большой килоняй. О, у него просто была подушка, которая, с которой он не расставался, такая вонючка маленькая. И все, говорит, расстались, ага, с подушкой. Теперь он самостоятельный. Алай снимает гамаки, чтобы детям было где сидеть. А в пакетике еда среднему брату осталась. Супчик варили. Seven Eleven открыли прям рядышком с самым таким движниковым клубом. Вообще замечательно выбрана локация. Ну, для них, не для нас. Нам на машинке, конечно, не очень удобно сюда было приехать. Вот, но то, что он тут есть, уже хорошо. И локация вообще правильно выбрана. Тут же можно все вот понапокупать такой быстрой еды какой-то съедобной, ну и так далее. Дети замерзли, мы ходим вон по... Нау, дети замерзли. Замерзшие дети. Килаба. А чё, эконом тогда это? Полыхает. Будет дождь. А может, и не у нас. Но полыхает хорошо.